Пилятка Милана. Юлия Бобик. Одна деревня на реке была. Одна деревня на реке была. Красивые поля и лес кудрявый, дорожка, серый мостик и поля. А в этом поле дуб рос величавый. Все восхищались зеленью, землей. Гордились, что родились там и жили. Но радости утихли той порой. Сражения в те поры, битвы были. Однажды, грозным утром, на рассвете, когда спала деревня на реке, мальчишка весь в лохмотье одетый вдруг крикнул: «Немцы! Немцы вдалеке!» Все оживилось миг, и все бежали, куда глаза глядели, кто куда. Детей мамаши быстро похватали, и старики ворчали: «Вот беда!» И в этой беготне, в тени тумана, на мокрой от росы и слез траве, был слышен крик: «Мамуля! Мама! Мама!» То детский плач во взрослой кутерьме. Но все бежали и кричали, падав. Фашисты уже начали стрелять. Простой народ не был для них преградой. И без разбора выстрелы опять. Потом утихли крики и гуденья. Людей не всех стреляли, брали в плен. Для немцев это было наслаждением, что наш народ не поднялся с колен. Вокруг они ходили в черных формах, и злобный крест пестрел на формах их. А люди были четко в двух колоннах, и слышен был немецкий вражий крик. И вдруг среди черных слов прорвалась наша: «Мамуля! Мама! Мамочка моя!» То девочка лет 4, не старше, кричала, громко плакала она. Приблизился солдат-фашист проклятый к той девочке, в глаза ей посмотрел. Что он задумал, было непонятно. Все молча шли в концлагерь на расстрел. Девчушка посмотрела в глаза вражьи и замолчала, и вздохнула вдруг. Солдат схватил девчонку, и смех страшный раздался и коснулся всех вокруг. Солдат в руках с девчонкой обернулся. Забор увидел старый и простой. Безжалостно и злобно усмехнулся, туда направился с девчонкой той. Он усадил малышку на те колья и отошел немного в двух шагах. Взял автомат и начал без разбора по ней, невинной девочке, стрелять. Там дуб зеленый в поле был сожженный, деревня была черненьким пятном, и серый мостик, уголь раскаленный, и речка показалась огнем. Там пепел, прах, там тихо и безлюдно, но словно эхо слово там парит. И сквозь года: «Мамуля! Мама! Мама!» Девичий нежный голос говорит.